Так. Тут у нас гель. Carver, these dish-shaped areas on the floor. They supercharge our TK capacity, but they hurt like hell. What about stasis? What about it? Think it's enhanced too? Try it, let me know. Что со стазисом? Тоже надо узнать. О, вообще в дребезги. Раздалбывают. Давай ты уже спрыгивай. Че, ничего тут нет? Ладно, давай идем дальше. Я единственное слышу какие-то сраные звуки. Не понял, а где это? Пропустили, может. Ой, блин. Обидно на них патроны тратить. Давай быстрее. Чпоинкс, и все нафиг. Да возьми ты что-нибудь уже, кинезис. Наконец-то. Все, раскрутили. Моторчик. Так, что за задание? Активировать инопланетный канал. Так, опять станина. Нафиг она нужна? Я не знаю, этих станин вообще, по-моему, полным-полно. Стазис. Так. Подожди, станок, я даже его не заметил. Так. Тут ничего нет, да, вроде? Так, ну ладно, давай, бери. Подсоединяйся. Давай, бот, показывай, что ты там насобирал. Нормально. Так. Так, а что тут новое у нас? Плазморез, пилорез, горелка. Не, спасибо. Дальше новое. Что тут? Тут уже качать некуда. Ну, можно что-нибудь качнуть, конечно. Давайте посмотрим, что тут. Что тут? Вот. Так, что тут написано? Два перезаряда плюс урон. Два перезаряда плюс урон. Давай сюда. Все. Сейчас посмотрим по сейфу. Так, вот эти можно, в принципе, продать. Либо... Давайте снимем их нафиг лучше пока что. Далее, модификаторы оружия. Что я хотел? К чертежам у нас ничего там нового не по... По-моему, ничего у нас... Да, не появилось. Так, и по вот этой вот штуке. Не знаю, сейчас посмотрим. Значит, это самозаряд. Самозаряд. Так, да. Ладно. Далее, по нижним... Это, подожди, это... По нижнему сейчас мы просто вспомним быстренько. Вот. Стандартный вариант. Импульс. Ну да, нам тут, по сути, ничего и не надо. Средний вот этот, верхний. Здесь у нас модулятор. Так, стандартный. Так, это я помню. Я просто вспоминаю, что еще мы хотели. Перезаряд у нас есть. Здесь у нас... Так, здесь у нас... Вот, новое что-то посмотрим. Или это не новое? Пулемет. Ну, это, вот это тоже штука очередями, по-моему. Давайте этот поставим. Так, а здесь у нас я забыл. Угу. И стазис. Стазис у нас. Не, ну круто. А вот это вот что это? Чем она отличается? А, ущерб. Ничего так круто. А вот цепь у нас... Ой. А, это станину типа модифицировать.
лишний патрон и стазис поддержку. Подожди, так у нас вот. А, все, это не то, не то. Странно, что это? Давайте всадим что-нибудь сюда. Урон. Охренеть, сколько тут все. Урон плюс перезарядка, урон плюс обоймы. И давайте. Ну, тут до хрена всего. Два перезарядки обоймы. Вообще шикарно. Круто. Так, а тут что у нас? Вот здесь. Тоже тут все прокачано. А, верхний, что у нас тут? Нет насадки. Защитный кожух. Стазис поддержка. Оптический прицел. Оптический прицел для сверхдальней стрельбы. А его обязательно будет использовать? Он ущерб прибавляет немного. Ну, можно попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. А здесь у нас... Так, здесь у нас... Мы смотрели, вот самозаряд. Поджигатель. Что тут у нас? Модифицировать боеприпас для нанесения меньшего урона огнем. Брать насадку. Круто. Все. Теперь надо сваливать отсюда. Давайте. Пока что свалим. Так. Секундочку. О, вот ждет на станке. Сейчас врубим. Так. Загрузим уж бота сразу. Все, давай. Со станками всегда у нас долго. Меня лично. Так, ну сейчас начнется чувствовать что-то. Ого! Мне это не очень устраивает, кстати. А как можно без этого прицела? Если чисто... Да, ну это, конечно, не очень круто. Давайте исправим это. Неудобная штука. Мне кажется. Ну, лично для меня. Так. Подожди, а... Вот, оптический прицел. От урона при работе со взрывчаткой. Ого, мы тут вон что можем создать. Лишний патрон. Ну, мы пока уберем. А что ты там снимаешь? Там отстегнуть и все, давай все. Ну, просто прицел для меня. У меня тут просто нижнее оружие. А, но нижний мод, нижний ствол, он... Что-то черная дыра. Вот, он будет с ним неудобно играть, стрелять. Так, и что тут у нас? Цепи какие-то вообще... Incredible. I call this the promenade. One of the many conduits straight to the heart of the machine. Without the codex, I can only speculate. But I suspect the machine needs to be opened for any changes to be made. I believe the monoliths on this plateau do just that. By standing on the special disc-shaped area on the floor, I've discovered I can use my kinesis module in a boosted capacity to manipulate them. The two hieroglyphics on the wall behind me indicate that one configuration will open the machine. Another will... Я не понял, что заглючило, что ли, что-то? Подожди, за... Почему титры зависли? Что тут надо сделать? Они выпрямляются, что ли? Это все? Чё надо-то, не понял.
Все? Я правильно хоть делаю-то? Тут как... Тут вот эти штуки, они, смотрите, они поднимаются. То есть тут какая-то своя система еще. Ясно, ясно. Так, ладно, я тебе сейчас полегче сделаю. Что тут надо сделать? Какая из этих форм? Так, а что из этого надо? Непонятно. Так. Давайте... Блин, я не знаю. Давайте попробуем. Не знаю, даже правую, что... Так, давайте. Значит, две по бокам идут. Так, да, по-моему? Нет, они вообще как-то странно выгнуты. Да, вот так, типа. А без этой штуки ты не... А, да, ты не сможешь. Так, а эти как-то они... Как-то они вообще изогнуты. Вот так вот. Ну? Ну, что-то более-менее похоже. Или нет? Чё, не нравится что-то? Так. Давайте вот так тогда. Раз. И вот так вот еще давай. Ну. Все, контрольный катсцен. Что там? Написано что-то? А, это... А, вставить туда надо эту штуку. Не показали, как он поставил зеленый и голубой глаз смотрят на нас. I just opened a conduit to the heart of the city. If there's a control center for the codex, that's where it'll be. Meet me there. Вот это что ли? Не, нам вниз надо. Так. Incredible, isn't it? I call this the promenade, one of the many conduits straight to the heart of the machine. Подожди, а может нам надо как-то эту штуку снова преобразовать? Нет, чтобы она открыла. Так, ну чё, нас там никто не будет ждать. А то обычно после таких испытаний. Так, ладно. Да нам. Вот что это вот это? Как вот это пройти? Что там за звуки? Ой, Айзек. Ой, мы сейчас что, лететь будем? Так. Тут главное осторожность. Что, вниз туда? Вниз или куда? Да, вниз. Все такое светящееся. О! Да, усложнили нам задачу, типа, да? Итак. Две палки. Короче, равно. Так, я слышу звук. В общем, пытаемся запомнить. Так. Дальше вниз. Одна и... Все, так.
Все работает, да? Отлично, давай, открывай. Так, давай ресурсы мне. Сразу. Не так кто-то идет, да? Ой, он еще и с фонариком, но это круто. Так, аптечка. Тим, а что тут? Блин, пердежные звуки какие-то. О, нет. Маленькие твари, да, походу? Сейчас мы их будем на пилу пускать. Вон их сколько. Не, этих надо гранатометом. Чё? Подожди, не понял. А, он бесконечно будет, этот стазис? Ну, как он? Не нравится или нравится? Нормально, чё? Хорошая вещь. Стазисы бесконечные. Вот это круто, реально. То, что стазисов полно. Так, я не ту пушку взял. Давай перезаряди. Во, вот это надо. Вот это я хотел страдать. Давай, раздал бы его. Ну что, скоро они там закончатся? Не, меня, конечно, ничего не смущает, потому что ресурсы. Это все круто, конечно. Так, вот эта темка, ну, нужна, наверное. Охренеть, сколько у нас аптечек. Охренеть. Вообще. То их нет, то их совсем нету, то их вон до хрена. Это круто, 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 очень здорово. Прелестно, прелестно. Так, сейчас опять попрут. Эй, Карвер, я думаю, что этот суперчарджинг эффект может позволить нам ТК the limbs right off Necromorphs while they're still moving. That's great, thanks for the tip. Что он сказал? Я даже не успел прочитать. В общем, можно сразу отрывать им конечности, я так понял. Давай, иди. На смерть.